Ну что, Муся, вам удобно лежать так на кровати рядом с моим рюкзаком? Удобно? Неужели эта поза победитель настолько победитель? Моя хорошая. Фырчит. Ну, такая няшная. Что не убираешь? Так, вот бабушку мы собираемся с дачи. Вот как мне здесь прибрано. Вообще здесь было чище. Но мы живем. И порядок не может сохраняться. Сегодня прошел дождик. Вон цветочки сейчас покажу. Да, пионы у бабушки распускаются. Вот более светлый. А вот такие. Я уже один нарисовала, потом пришлю фотографию. Вот. Красотища какая. Водосборчики. И этот маки, ромашечки. Вон букет у бабушки стоит. Водосборчики еще очень прикольные. Тоже один нарисовала маленький. Еще. Так, сейчас покажу в теплице. Это мы вытаскивали из бочки. Хороший дождь прошел, мы все полили. Это вот как я за теплицей почистила от крапивы. Так. Видишь, какие тут чистые тропиночки? Это благодаря мне все. Огурчики вон растут. Все, вот так вот. Вот картошечка. Красота, солнышко.